оригинальный подарочный набор с холмской росписью. Называется подставка под яйцо, либо набор для яйца. В комплект входит пасхальное яйцо из дерева. Это же солонка. Видите, здесь внизу резиновая вставочка пластмассовая, куда можно вынимать ее и насыпать соль. Здесь есть три дырочки. Вот. Также можно использовать как декоративное пасхальное яйцо. Подставка. Для тех, кто любит яйцо всмятку, можно использовать как обычную подставку для обычного яйца куриного. И ложечка деревянная. Все это ручная работа. Поверхность расписана профессиональным художником. Здесь даже имеется подпись. Можете посмотреть. Поэтому каждое такое изделие является уникальным и неповторимым. Вы не найдете два одинаковых комплекта. Поверхность каждого изделия покрыта пищевым лаком. Смотрится очень интересно, оригинально. И также это практичный подарок, который может стать и солонкой, и подставкой под яйцо, и ложечку маленькую можно использовать как десертную или чайную. Обратите внимание, что на обороте имеется клеймо ОТК. Там же написано производство. Это АО «Хохломская роспись». Это знаменитая фабрика, которая находится в городе Семенов Нижегородской области. Там издавна производят и делают хохлому.